Дорогой наш зритель нашего канала, всем мир хаба, что по-русски значит привет. И в этом выпуске премьера нового балета «Шахерезада, мой хороший». И в этом выпуске тебя также ждут наши новые звездные гости. Всем приятного просмотра, мой хороший. Тарас Александрович, здравствуйте. У нас сегодня балет «Шахерезада», премьера в театре. Приехали великолепные киевские приглашенные солисты. Хотелось бы узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Пару комментариев. Нет, нормальные ребята, молодцы. Все хорошо. Итак, у нас сегодня новый балет «Шахерезада», премьера, киевские солисты. Сейчас я послушал мнение Тараса Александровича по поводу этого. Теперь я пришел к вам и хочу услышать ваше мнение по поводу вот этого мероприятия, скажем так. Ну, нормально. Здорово! Пару слов для канала. Отличный канал. Отличный. Людям стоит подписываться. Людям стоит подписываться на этот великолепнейший канал. Угу. Про артистов балета и про театр харьковский в целом. Ну, да. Я понял. А как вы вот новый балет сегодня «Шахерезада»? Вот, ой, отличный слов. Балет. Угу. Очень... Проникновенный. Солисты киевские, mm-hmm. отличные, красивые очень. Mm-hmm. Особенно мужчина. Mm-hmm. Кучерявенький. Да, брутальный. Хорошо, с вами был канал «Культура с Хидопера». До побачення. Подписывайтесь. Нота номер 3, 15 рублей за правильный ответ. А рубль сегодня равен немецкой марке. Слушаем музыку. Что ты делаешь? И Джарита. Здравствуйте. Вы на шоу у Юджина Сацебелли. Сейчас у нас в гостях Денис Ангрийский. Он танцует известную партию в «Шахерезаде». Ключевое слово «танцует». Танцует куда? Туда-сюда. Отсюда, обратно. Как сказал кто? У меня такой вопрос. Как вы считаете, в чем смысл жизни? Вы знаете, много денег, много жен. Это девиз мой на сегодняшний спектакль. Потому что я кто? Никто. Спасибо. Здравствуйте, Николай. Да. Это телеканал «Танцуй отсюда». Да. И у нас такой вопрос. Как вы считаете, в чем смысл жизни? В жизни. В жизни. Вашей. В нашей. Вашей. Лично вашей. Да. Походу, Николай немного перебрал святой воды. Не может ответить нам на этот вопрос. Как бы никто не может ответить на этот вопрос. Евгений, здравствуйте. Я смотрю, у вас новый микрофон. Да, в прошлом сезоне был такой большой, кругленький немножко. В этом году обновленный. Это Yamaha? Ну, да, почти. Это, ну, Сантор его сделал, выковал. Угу. Я его так бросаю, и он возвращается. А можете продемонстрировать? Вот, лети обратно. Себе. Для специальных людей. Николай Николаевич, добрый вечер. Добрый. Мы очень рады вас видеть в наших краях. Скажите, пожалуйста, буквально пару слов вот о балете «Шахерезада», о солистах, ну и в целом о спектакле. Ну, я вам скажу, уже давно между театрами традиция взаимообмена творческого. И под большим впечатлением от вашего коллектива балетного, да и от дирекции. В очередной раз я очень рад, что мои ученики принимают участие
в вашем фестивале, да? И у вас премьера, и у нас. Тютюник в этом сезоне работает в Национальной опере. Это мой ученик Алексей Тютюник и Елена Горшунова. Нам надо держать кулачки. И я думаю, этот спектакль у вас пройдет с большим успехом. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Сегодня у нас звездные гости. Николай Николаевич Михеев. Спасибо вам. Спасибо. Тарас Александрович, как вам ваше, да? Вот это вот? Да мне это насосом накачали немного, как видите. Ну, хорошего вам спектакля. Благодарю вам тоже. Хорошего спектакля, друзья. Салам алейкум. Раз, два, три.